Эдита Пьеха стала затворницей. Происходящее объяснила единственная дочь артистки, Илона Броневицкая. Народная артистка СССР Эдита Пьеха давно пропала с экранов. Звезда живет в деревне под Санкт-Петербургом в просторном двухэтажном доме. За 85-летней исполнительницей хита «Наш сосед» присматривает помощница по хозяйству. О том, как проводит весенние деньки Эдита Пьеха, рассказала ее дочь Илона Броневицкая. Как оказалось, родня пока запрещает знаменитой пенсионерке выходить из дома. Любимица миллионов россиян сидит взаперти с начала холодов.